Под эгидой Красного Креста сегодня в Брестской области 1919 волонтеров помогают людям. В самом городе над Бугом добровольцев порядка 250 человек. Для более продуктивной работы и лучшего взаимодействия коллектив нужно уметь сплотить. Именно для этого на базе Брестского института развития образования и была открыта школа волонтеров. Мы стараемся такое мероприятие проводить каждый год. Для того, чтобы у волонтеров появилось еще больше мотивации помогать нам, и также это время для них тоже отойти от своих каких-то будничных дней, узнать что-то новое, получить новые навыки, ну и познакомиться друг с другом. То есть очень порой волонтеру реально важно видеть еще другого такого же добровольца, который тоже помогает, тратит свое время, делясь какими-то своими знаниями абсолютно бесплатно. Знания стараемся давать по всем нашим направлениям, потому что в Красном Кресте их достаточно много. Это и все они завязаны на том, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается. Это помощь, это работа с детьми с особенностями развития, это уход за пожилыми людьми, это оказание помощи пострадавшему, то есть во время каких-то массовых мероприятий, либо даже это кто-то может быть из родных людей. Это также знание о том, чем занимается Белорусский Красный Крест, о наших принципах и ценностях. Школа волонтеров помогает юношам и девушкам найти доброе дело по душе и единомышленников, получить ценный опыт работы в команде и, возможно, в будущем реализовать свой собственный социальный проект. Я выросла в многодетной семье, у меня после меня еще двое младших братьев, брат и сестра, и старшие братья и сестры есть тоже, то есть я всегда окружена детьми, всегда, так сказать, в центре внимания. И вот эта вот любовь к тому, что хочется как-то помочь, или же, ну, ты знаешь, что бывают разные проблемы у людей, ты этих людей понимаешь, и хочется как-то стремление помочь, и вот Красный Крест подарил такую возможность помогать. Одно из направлений работы волонтеров организации «Красный Крест» – помощь людям, пострадавшим от боевых действий. Так, Брестское отделение Красного Креста совместно с представителями ЮНИСЕФ еженедельно дежурит в местах транзита граждан и оказывают им необходимую помощь. Понятно, прибывают как из России, так и из Польши к нам люди транзитом следуют, и многим из них необходима поддержка. Поддержка связана, психосоциальная поддержка, поэтому сегодня из психосоциального центра Главного управления по образованию присутствуют здесь специалисты. То бишь, понятно, что людям необходимы некие консультативные взаимодействия по тому, куда они могут обратиться, в каком направлении, какие взаимодействия связаны с отделом по гражданству и миграции, а также вопросы, связанные с тем, где это можно, ну, остановиться, допустим, у нас, если необходимо, такая существует. Ежедневно за помощью в Брестское отделение Красного Креста обращается от 30 до 50 человек. И каждому отдельному человеку или целой семье оказывается та поддержка, которая им необходима. И все это возможно благодаря работе волонтеров. Когда подходит к тебе семья с детьми, и ты видишь, что они все равно еще на каком-то духе таком позитивном, и ты начинаешь их тоже заряжать этой энергией, они заряжают тебя, и вы вместе решаете какие-то вопросы, вы помогаете этой семье, и они уходят еще с более поднятым настроением, и ты чувствуешь, что в этот день ты встала просто не зря с кровати. То есть вот это, наверное, волонтерство, когда тебе просто подгружает этой энергией, ты чувствуешь себя, ну, просто вот на два дня точно, просто хорошо. Ты помог хоть одной семье. И это очень круто. Белорусская организация Красного Креста оказывает помощь людям с 1921 года. Сегодня число ее добровольцев более 21 тысячи. Волонтеры всегда готовы прийти на помощь тем, кому это действительно нужно.